Здравствуйте, друзья! С вами Юрий Притиск, и я хочу напомнить, что 1 мая 2020 года заканчивается прием заявок на международный фотоконкурс имени Питера Алларда. Организатор юридической школы имени Питера Алларда из Канады. К участию приглашаются совершеннолетние фотографы с любой точки мира. И тема конкурса очень интересная. Глобальные проблемы общества, коррупция, нарушение прав человека и борьба с ними. На конкурсных фотографиях должны быть отображены и храбрость, и лидерство в борьбе с коррупцией или защита прав человека. Я думаю, что примеры вы найдете на сайте и поймете, как и что показывать. А может быть, у вас есть своя лучшая интерпретация. Принимаются цифровые фотографии высокого качества. Внимательно читайте условия съемки, внимательно читайте, каких размеров должны быть фотографии. Вся информация на сайте. На фотографии не должно быть границ, не должно быть белых, черных обрамлений. Имя файла должно содержать имя фотографа. Участник может подать до 4 фотографий. Все заявки загружаются через онлайн-форму с кратким описанием до 1200 знаков. Вы должны описать, как отражаются темы конкурса, а также приложить свою краткую биографию. Оба текста заполняются на английском языке. Google Translate вам в помощь. Ну, призы по 1000 канадских долларов, наверное, никого не удивят. Хороший приз, но вы ведь не за призом посылаете на конкурс фотографии, не так ли? Желаю всем успешного раскрытия темы в рамках конкурса. Желаю всем успехов и побед. С вами был Юрий Притиск.